Амурчане стали реже заключать браки. По статистике, с начала 2012 года поженились на 300 пар меньше, чем за этот же период прошлого. На 1000 браков приходится 600 разводов. Об этом накануне на пресс-конференции рассказала начальник Амурского управления ЗАГС. По словам Натальи Томиловой, еще несколько лет назад так называемые гражданские браки были редким исключением. Сейчас же многие предпочитают официально свои отношения не оформлять. Интересно, что мальчиков в 2011 году родилось больше, чем девочек. Но, несмотря на это, в целом в Амурской области проживает больше женщин, чем мужчин. Мужские населенные пункты Тында, Константинов, Козея, а вот Благовещенск – женский город. И это объяснить просто. В областном центре много учебных заведений, в которых учатся в основном девушки, и совсем нет производства. Смертность в области по-прежнему превышает рождаемость, однако в этом году цифры почти сравнялись.